Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду сеять семена пеларгонии. Пеларгония вот такой сорт, дельта. Здесь всего семян 5 штучек. Я их уже вытащила. Насыпала сюда земельки и сверху на поверхность почвы раскладываю семена. Так. А потом сверху их немножко засыпаю, буквально на 5 миллиметров. Глубоко не надо. Пеларгония очень капризная насчет всходов, поэтому глубоко ни в коем случае засыпать нельзя. Теперь проливаю водичкой. Все. Накрываю крышкой. Если крышки нет, то обычно я ставлю в какой-нибудь пакетик. Все, теперь вот этот контейнер маленький я поставлю на полочке, где у меня яркое освещение. Освещение должно быть обязательно ярким, свет должен быть ярким. И температура 20-25 градусов. Пеларгония на 7-й день начинает сходить. Все идет отлично, крышку можно уже убрать. И вот, смотрите, пеларгония, все 5 штук зашли, все хорошо. Сейчас ей 1,5 месяца от того дня, как я ее посеяла. Вот такие уже сеянцы, уже достаточно большенькие. У них появились настоящие листочки, и теперь их можно уже пикировать, заглубляя по самые семидольные листики. Вот так. Отдельно каждый сеянец в стаканчик. Небольшие стаканчики, ну, миллилитров, наверное, по 100. Большие пока еще рановато, иначе они могут закиснуть. Я такие 100-миллилитровые стаканчики буду я пикировать. Ну все, дорогие мои зрители, теперь вы знаете, как посеять пеларгонию.